Ну что там? Что там насчет этих нападений на улицах? А? Что, хорошо с нападениями на улице, а что? У меня как мэра все об этом только и спрашивают. А твоя милиция даже не чешется, не? Ну как это не чешется, еще как чешется, что... Ну, в смысле, что имеются подвижки. Мы уверены, что в городе орудует маньяк-убийца. Как это? Так, причем маньяк помешан исключительно на чистоте. Как это? Ну, дело в том, что все потерпевшие перед нападением мусорили в общественных местах. Мусорили? Да. Ну, кто-то там выбросил окурок мимо урны, кто-то обертки из-под печенья, кто-то неаккуратно высыпал мусор в контейнер. Вот оно что, вот почему все только об этом и говорят, а? Ну, информация просочилась, народ волнуется. Но, знаете, с другой стороны, круг сужается. Вот у нас уже есть, так сказать, фоторобот преступника, а он никуда не денется. Слушай, ну ты же понимаешь, ты знаешь, меня как мэра, конечно, волнуют вопросы преступности, но меня как мэра же не могут не волновать и вопросы чистоты на улице. Ты меня понимаешь? Угу. Нет. Ну, ты так вообще заметил, что в городе стало чище? А, да, да. Что народ даже боится плюнуть на тротуар. А, ну, так, может, ты не будешь так уж сильно форсировать поиск этого преступника? Нет, ты тут... Ты его ищи, но ты так без фанатизма. А уж он пусть еще немножко с населением-то поработает. Ты меня понимаешь, а? Ну, я понял, будем работать, так сказать, еще быстрее. Нет, не так, не так. Мы будем работать еще, и еще, и еще. И еще. У нас тут никто не мусорит! Ничего не валяется? Случайные люди набросали! А? Какие-то подонки! Где урна? Урна! Да. Урна! Погода там!